долететь до Москвы. Я уставшая, я спать хочу, но не могу спать. Вроде себя хорошо веду, таблетку не пила, но поплакала от нервов, потому что если бы я знала, я бы взяла бы бизнес. Не могу сидеть в одном месте. Вроде сейчас успокоилась. И еще чуть-чуть выйдем и будем приземляться. Дай Бог нам легкий посадку. Ну что, мои хорошие, мы прилетели очень хорошо. Моя подруга меня встретила. Боже, она бедная, аж трусилась. И дочка, и зять так хорошо приняли, но нам надо было прийти в отель, потому что мы должны были и зарегистрироваться, и плюс еще уставшие были, потому что российские самолеты очень узкие. Даже мы, когда мыли эти самолеты, всегда жаловались, то, что очень узкие самолеты. И, конечно, ноги вообще не чувствую. Мы только что взяли Wi-Fi, да, Wi-Fi, и только подключилась к интернету, потому что у меня было столько звонков, столько смс-ок, я только и сейчас успеваю читать. Если у меня не получится пока кому-то ответить или просто видео присматривать, не обижайтесь, потому что мы в Москве всего лишь будем 3 дня, и эти 3 дня нам надо... ну, хотя бы посмотреть город, потому что мой муж хочет увидеть город, он хочет увидеть все. Ну, молодец, родственники нам показали чуть-чуть ночную Москву. Мне очень нравится ночью смотреть на Красную площадь. Очень понравилось. И мой муж с открытым ртом, короче... Ему так тоже нравится. Но завтра моя девочка обратно придет. Мы пойдем завтракать. И, конечно же, пойдем пешком просмотреть все это. Они нам предлагали, чтобы мы у них оставались. Но и мы такие уставшие были. И тоже хотели уже прийти в отель и лечь спать. Она мне такие розы подарила. Такие классные. И запах такой роз, я уже давно не чувствовала запах таких роз, как вот это она дарила. Боже, дай Бог ей здоровья. Но мы с ней побудем 3 дня, а потом мы уедем в минеральные воды. Там будет брат встречать. Ой, Игорь, еще одно. Получается, когда мы с самолета вышли, наш самолет, конечно, задержался на час. Плюс, когда прилетели, там он еще полчаса стоял, пока багаж забрали, тоже час. Мы, короче, еле вышли в 10 часов ночи, уставшие никакие. И, конечно же, мы растерялись, когда вышли и пообнимались и забыли даже про камеру. Представляете? Ну, ничего, я завтра вам буду снимать, и я буду вместе с ней. И... вот такие дела. Так что не обижайтесь, я когда приеду в Барселону, я обязательно, даже если ночью я приду в отель, буду отдыхать, я все просмотрю все видео, у кого что есть новое, я обязательно просмотрю, все прочитаю, все напишу, все подпишу. Так что не обижайтесь на меня, потому что мы в Москве очень мало будем, поэтому у меня и времени не будет. Так что розы такие классные, я вам сейчас покажу. Смотрите, какие она мне розы подарила. Боже, какие розы. Как пахнут, боже, спасибо ей. Так приятно. Я поставила уже воду, смотрите, потому что что можно в отеле? Отель, если сказать, что не чисто такой шикардос. Я вот в таком виде, но это... Прохладно в Москве, я вам честно скажу, прохладно в Москве. Так что, мои сладкие, я вас обожаю. Спасибо большое, что вы со мной. У нас, так что, вот такой душ. Да.
Ну, и там муж сидит, мы там только с чемоданами такими. Завтра надо будет разобрать. Я уже там куртку повесила. Мой муж смотрит русский фильм. Я сейчас вам покажу нашу постель. Вот наша постель. Я только что там лежала. В общем, вот такие дела. Вот такие дела, мальчики, девочки. Прохладно здесь. Хорошо, хоть штаны взяла. Я, наверное, вам скажу, что я много вещей не взяла, потому что, ну, не поместилось у меня все. Поняли? Я вас всех люблю. Целую, пока.